Уважаемые добрые люди, меня зовут Дмитрий Певцов, и в этом году я имел счастье выпустить спектакль в рамках театра под названием «Другой театр». Потрясающая пьеса Родзинского под названием «Лунин» или «Смерть» или «Страна рабов». Мне кажется, мой большой опыт театральный говорит о том, что я такого никогда не играл. Мне очень нравится в этом спектакле участвовать. И мне кажется, те, кто придут на спектакль, получат громаду удовольствия, несколько отличное от того, что они привыкли видеть в театре. Я к вам обращаюсь с одним только предложением. Там есть технические проблемы, которые нужно решить. Свет театральный – дело дорогое. Нам не хватает этого света, чтобы его купить и сделать красиво, профессионально, здорово. Если у вас есть что-то лишнее, помогите нам этот свет закупить и доставить удовольствие и нам, и, конечно же, зрителям, которые придут на наш спектакль.